Всем привет, ребята, с вами Владукс, и сегодня мы с вами будем делать очень интересную штуку в игре Brawl Stars. У меня появилась новая цель, которую мы с вами будем постепенно достигать. Ну что ж, погнали! А я так подумал, что мне пора уже кого-то брать и прокачать до 25 ранга. Мы сейчас с вами решим кого, и в общем-то, исходя уже из этого, мы с вами будем кого-то персонажа качать, качать и качать, до прям максимального ранга. Будет сначала 25, потом какой-нибудь 30, да, вот, и будем вообще смотреть, как это все будет происходить, потому что у меня все пока 20-го, 22-го, да, вот, и в общем, я думаю, что скорее всего я возьму Шелли, потому что она очень крутая, реально, и у меня на нее уже 21, в принципе, будет не так уж и долго, вот, и, к сожалению, сундуки накопить не успел, потом их просто так вот один сундучок открываем, который мне, в принципе, ничего нового не дает. Ага, все. Так. И, в общем-то, дальше мы с вами берем и идем в бой, и будем пытаться ее максимально прокачать, максимально повысить на ней кубасики. Вот. И поэтому мы с вами пойдем в ШД, одиночную игру. Ну, а перед одиночной каточкой я вам хочу порекомендовать наш с вами клуб, который называется 8-бит. Хэштег видите на экране, и он также будет в описании. Обязательно вступайте в наш клуб, и мы с вами будем весело и круто проводить время. Ну, а я тем временем беру и начинаю свою первую каточку. Бравл, и нам надо с вами сейчас брать и реально пытаться кого-то снести. Тут у нас есть, в принципе, Леон, и по... Так, хорошо, и по Леону мы с вами понафигачили. Вот, и где у нас так дальше? Тут у нас идет какой-то Эль Прима, да? Эль Прима, как бы, ну, ты понимаешь, что я опасный, да? Поэтому мы с вами потихоньку фармим кристаллики. Фармим. Тут у нас есть Эль Прима, иди-ка сюда. Как тебе такое, Эль Прима? Так, тут у нас есть еще и Пайпер очень ловая, кстати. И, возможно, мы с вами... Нам главное накопить ульту. Мы с вами сможем на изи кого-либо убить. Вот, поэтому пока с вами просто берем и копим ульту плюс кристаллики. Там у нас Джесси, которая, скорее всего, сейчас подберет, да, она подобрала коктейль, скорее всего. Вроде бы, да, тут же спавнится коктейль, да, коктейль спавнится, окей, и мы с вами убегаем, поэтому. Вот, там у нас еще Леон и, ага, Эль Прима, идите сюда все. Мы сейчас будем с вами пытаться кого-нибудь снести, Леон, в принципе, побежал. Вот, но я думаю, вы понимаете, где он, да? Он все-таки убежал. И вот он, умри, молодец. А ты иди-ка сюда. Опа, убиваем еще одного и плюс 2 кристалла. У нас уже 6. И нам надо с вами брать и дальше бежать сюда куда-нибудь. Вот, давай, фигачим его. И нам просто надо удачно опять-таки ультануть, и мы с вами его снесем. Поэтому мы с вами бежим, и давайте, оп. Ультанули, берем коктейльчик, берем с вами кристаллик, и игра пока идет очень топово. Мне реально все нравится, и меня все устраивает. Иди-ка сюда, кто-нибудь, идите сюда. Но, кстати, реально, что я могу сказать, это не хватает здесь, в общем, полосы, сколько длится эффект от коктейля, вот. И этой полосы реально не хватает, потому что мы прям хз, сколько она длится. Вот, и мне сейчас надо просто с вами накопить ульту. Опа, ульта есть. И давайте с вами будем бежать к Джесси. Ага, Мортис, иди-ка сюда. Иди-ка сюда, Мортис, у меня готова на тебя ульта. И иди-ка сюда. Давай, иди-ка сюда. Подойди ко мне. Давай. Опа, все. Эффект закончился. И мы с вами берем и реально бежим вот сюда. И вот так вот ультуем. Ультуем. И скорее всего, меня сейчас Мортис убьет, да, Мортис? Скорее всего, он меня убьет. Хотя. Опа. Нет, не судьба, и мы с вами получаем топ-1 с нашей первой же каточки. И пока идет все довольно-таки неплохо, плюс десяточка. Если вам понравилась данная каточка, то обязательно ставьте лайк, и давайте с вами пока залетим в следующую. И попробуем также накопить где-нибудь десяточку трофейчиков, блин. Очень круто, мне нравится, еще мы с вами откроем, скорее всего, сундучок. И давайте также идем в ШД. Бравл, отличненько, и давайте также будем играть аккуратно и в то же время агрессивно. А вот, и будем пытаться с вами опять-таки забрать кучу кубасиков. Ага, я понял, еще одна Шелли, блин, вот это, конечно, неприятно. А вот, но я думаю, блин, она понимает, что как бы самое опасно, плюс у меня как бы она максимальная Шелли, и у меня на нее есть звездная сила, которая стопит при ульте. Поэтому ульта очень крутая вместе с ней, вот, и мы сейчас убиваем, скорее всего, Ниту, да? Нита, умри, Нита, фух, Ниту убили, и мне надо просто сейчас отбежать, потому что там Шелли, как бы, а я очень-таки ловый, да? Да, мы с вами пока хилимся, и там Шелли воюет с Динамайком, и давайте попробуем побежать к Шелли и попытаться ее забрать, хотя там Боу, блин. Вот, конечно, босс и растишка опасный, да? Блин, я смотрел ролики, многие называют это растишкой. И это как бы, ну, блин, правда, но меня сейчас босс убьет, да? Да. Убивает, в принципе, топ-4, да, это было. И мы с вами получаем плюсик, да? Да, плюс 4. Отлично, плюс 4. Вот, и мне это также очень даже нравится. Поэтому это очень круто.
Но теперь давайте с вами возьмем и попробуем пойти в какой-нибудь режим, допустим, ограбление. Также попытаемся здесь что-нибудь как-нибудь апнуть. Вот, и возможно у нас с вами все это получится, поэтому давайте нажимаем кнопочку «Играть». Бравл, и давайте будем сейчас брать и бежать к сейфу, вот. Нам главное просто взять и снести максимальное количество, в общем, бойцов, персонажей вот этих вот, да, которые нам во всем таки мешают. Опа, сносим, отличненько, и давайте с вами бежим к кольту. Кольт там обнагрел чуть-чуть, поэтому мы с вами бежим к кольту. И иди-ка сюда, кольт. Ты как бы уже, ну да, ловенький, а у меня есть ульта. Давайте его просто убьем. Я думал, конечно, снести вот эти вот штуки, да, покрышки, но нет, лучше мы его убьем и сэкономим лишнее хп. Вот, и мы с вами сейчас берем и наносим урон сейфу. Тут у нас Эль Прима, конечно, бахнул по нам. Но давайте с вами сейчас будем брать и... Блин, нет. Я думал, заюзаю ульту, но мы с вами не успели это сделать. Хотя это была бы просто очень топовая ульта, потому что мы бы прям всех бы застопили. Вот, и давайте с вами подбегаем. Только бах. Хорошо, и теперь бежим и пытаемся снести этого медведя. И мы с вами забирали уже еще один сейф. И это опять-таки победа, блин. Все карточки чисто победы, плюс 8. Еще звездный жетон, спасибо большое. Получаем монеточки, это мне нравится. Окей, выходим. И у нас с вами как раз-таки копятся наши сундучки. И тем самым мы еще будем, кстати, идти с вами к 14К. Поэтому мы неплохо играем. И скоро у нас уже Шелли, наверное, будет 22. Я хочу 25 ранг. Очень хочу, поэтому мы с вами будем реально пытаться это все достичь. Вот, и давайте, наверное, еще одну карточку ограбить. Я хочу еще одну карточку. И давайте нажимаем также играть. Бравл, и давайте будем идти к нашим следующим противникам. Вот, нам главное просто брать и пытаться также максимально всех посносить. И максимально, так, стоп. Да, я понял, прикольно, на меня сейчас зарашили и прикольно меня сейчас начали убивать. Мне такое нравится, блин, но окей, давайте также это все сносим. Окейшки, и давайте дальше будем бежать к сейфу противника. Нам главное это взять и максимально нанести ему урона. Давайте вот так вот сделаем, такой бабах, и снесли еще и пару покрышек. Хоть и не очень-то и много, такие бабах опять-таки. И там у нас еще и ловый бул, поэтому его также убиваем. Убили була и наносим потихонечку урон сейфу, да? Да, наносим урон, давайте бабах. Еще и зацепил Джесси, блин, очень круто. Вот, и у сейфа уже противника 50% хп. Угу, прикольненько. Вот, давайте будем с вами дальше идти в раш и, в принципе, пытаться это все сносить. Давай, Поко умри, реально, нет, Поко не умер. Но и да ладненько. Так, опа, ультанули, спасибо. Так, и дальше мы с вами бежим к какой-нибудь там Джесси, да? Джесси мы также убиваем, и у нас еще есть вот какой-то сейф. Блин, да, опа, все, окей, ультанули. И у нас там наносится хп сейфу и 9%, 7%, 3%, пожалуйста, 1%, и это 0, и это еще плюсик по трофеям. Мне реально такое нравится, блин, просто мы с вами берем и изи апаем трофеи подряд, причем я даже ничего не вырезаю, и, блин, очень реально круто. Очень круто, мне все нравится, плюс восьмерочка еще, и почти, а нет, все, два кейса. Окей, и давайте с вами пойдем в последнюю карточку в ШД, я думаю, будет очень круто. И я думаю, что нам карточки в ШД реально хватит. Вот, и на этом уже будем с вами заканчивать. Давайте нажимаем играть и будем после этого открывать наши два кейсика. Бравл, и давайте будем сейчас брать и сносить, в общем-то, коробочки, да, в принципе, сносим вот эту вот коробочку. Окей, плюс одна. Там у нас, кстати, блин, мой любимый скин на ворона. Реально мой любимый скин. Давай, потимимся чуть-чуть, реально. Окей, все, давай, спасибо, мы с тобой потимимся, бро, вот, и пока у нас только два кристаллика, но скин очень крутой, у меня он есть, кто не видел ролик, блин, ну, кстати, тут ролик довольно-таки много набрал, там, где я его покупал, поэтому он у меня есть, и это очень-таки круто, только Тара, пожалуйста, не беги ко мне, пожалуйста, Тара, фух, спасибо, она, кстати, могла меня спокойно-таки убить, но нам с вами надо просто получать плюсы по... кубасикам, поэтому если как бы Тара меня будет убивать, то это будет капец. Вот, мы с вами потихоньку копим ульту. Мне главное реально сейчас накопить ульту, и там сможем без проблем убить эту Тару. И в принципе, ну как бы да, и все. Это самая главная цель. Просто взять и убить Тару. Это главная цель. Опа, попадаем, хорошо. И, блин. Тара, иди-ка сюда, Тара. Ага, давайте с вами побежим вот сюда вот. И попытаемся здесь сейчас проскочить. Пожалуйста, дым, не иди сюда, пожалуйста, дым. Не надо сюда идти. Опа, все, залетели сюда.
И, в принципе, довольно-таки неплохо. И мы с вами стали живых уже топ-5. И это, вроде бы, насколько я помню, плюсик уже есть. Хотя, возможно, и не... Что я только что сделал? Только что мискликнул? Пожалуйста, только не это. Только не это. Не забирайте у меня кубасики. Я случайно мискликнул. Блин, почему все на меня? Алло, я случайно мискликнул. Не иди ко мне. Иди как бы вон туда, да. Иди вон туда, и как бы не надо по мне фигачить. Стоп. Не атакуй. Не атакуй меня. Там, блин, коктейль лежит в кустах. И, ага, она подбирает коктейль, и тут еще и бул. Да. В принципе, топ-4, и это плюс 4 трофея, насколько я помню, да? Да, плюс 4. И мы с вами получаем еще один плюсик. В принципе, довольно-таки неплохо. И давайте с вами открываем вот эти вот два сундука, да? Давайте первый. Монетки, 8 бит. Блин, ну и в принципе ничего нового. Монетки, 8 бит и тикет. Прикольно. Кстати, уже скоро будет ходить на новую звездную силу, которая у нас будет в магазинчике, поэтому тоже довольно-таки круто. И мы обязательно потом что-нибудь купим в магазине. Вот, и купим какой-нибудь уже скинчик, у нас тоже гемов скоро будет хватать. Я хочу кому-нибудь за 80. За 80 очень крутые скины есть. Ну что ж, это все. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Это такой вот обычненький ролик, где ничего сверхъестественного я не придумал. Просто обычные онлайн-каточки, где я поставил перед собой цель апнуть хотя бы шель до 25 ранга. Вот, и будем это реально делать. И посмотрим, насколько быстро сможем это сделать. Ну что ж, всем пока. Пока.